В Смольном вручили почетный знак за милосердие. Среди награжденных есть и представители Калининского района. Этот знак может получить не каждый. Вручает его по профессиональному признаку. Номинант должен помогать бездомным и малоимущим, пропагандировать здоровый образ жизни, работать с трудными детьми, иными словами, проявлять себя в социальной сфере. Поэтому само мероприятие провел Комитет по социальной политике вместе с Комитетом по вопросам законности. Я не знаю, есть ли в России нечто подобное, но у нас это сложилось. Это удивительные люди. Каждый из вас здесь сидящих, те, кто 313 человек был уже награжден. В этом году власти отметили заслуги 39 петербуржцев. Среди них есть и жители Калининского района. Ирина Трифонова, к примеру, работает в Калининском центре социального обслуживания населения и помогает бездомным. Считала, что найду себя там, где можно помогать людям, а это такая категория, где, в общем-то, когда люди к нам приходят, они прежде всего пытаются найти понимание своего вопроса людям, кто бы им помог, несмотря ни на то, какие ошибки или что раньше они там сделали, совершили, как они пришли к этому. Помимо Ирины, награду получили еще 6 жителей Калининского района. Это сотрудницы хосписа номер 4 Татьяна Абакшина и Галина Голованова, начальник жилищного отдела администрации Наталья Янус, начальник отдела социальной защиты Анна Куваева, а также педагоги школы-интерната номер 9 и центра психолого-педагогической помощи Зинаида Осипова и Любовь Богданова.